вместе сделали. Так понятно, где я должен барсет? Говорят, с фигурой классный. Вы слышите, нормально фотографируют паразит. Урос. У вас еще молодая гитара. И бренные тела от глаз других скрывают нашу суть. Стараемся мы делать только то, что для услады тела нам сейчас важнее живя. Не замечая никого, мы разлагаем общество живущих здесь людей. Да что страшнее, смерть или хлыст пастуший? Зачем вообще мы в этот мир пришли? Затем, чтобы сделать его хоть чуть-чуть получше, чтобы радоваться жизни все могли. Thank you.
Что это было? Сейчас будет очень медленная песня, но очень патриотическая. Песня называется «Русь моя». Она, кстати, не исполнялась уже больше порядка 2 лет. Да, песня очень давно не исполнялась. Thank you.
взяли? Молодцы! Thank you.
смогу обратиться к залу? Здравствуйте. В зале пидорасы есть? Это хорошо. Потому что песня как раз против подобных отношений. Да. Короче, песня у декоративной. Да. Нет, она по-другому называется. Про шелунов. Про шелунов, да. Анальные шелуны. Анальные шелуны и шелунишки, занимающиеся трибадизмом. Песня называется «Однополая любовь». Ну принеслась, на, вот принеслась. Yeah.
песня посвящается всем, кто не вернулся из боевых действий разных лет. Песня называется «Настоящий боец». Микрофон можно Стоп, 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 ст
Я не знаю, где он. Песня новая, это премьера. Да, это...
песни, на самом деле. Вот, попробуем ее сыграть. Так что недавно ее начали делать, так что если сыграем не очень ровно, уж извините. Песня называется «Все мы». Ну, там, начинай, что ли. Песня называется «Крик больной души». Да я знаю, что вы нас уже ненавидите, но потерпите чуть-чуть. Да. В реакции вижу. Кнопку нас так. При реакции. На самом деле, ребят, вы уже слишком долго. Нужно все нормально. Играть нормально, но долго. Нормально.
счастье и радость в груди. Своими телами, а то заполняю.
целая вещь, значит, сначала представить, наверное, музыкантов. Вот, значит, за барабанами Кудрявцев Владимир, гитара Заика Андрей, бас-гитара Ефремов Юрий, меня зовут Филатов Алексей. А вот Артур сейчас не уходит, поставит гитарку на секунду. И наш концерт мы закончим кавером на одну очень известную песню. Я думаю, что все ее смогут нам помочь подпеть. Песня группы «Алиса» и называется она «Все это рок-н-ролл». Румяные дома хозяйки.